Привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, конечно, Олег Кофе. Со мной сегодня Толя Следователь, Кирюш Орбач, Андрюш Шиндипан и Саня Алекс Фокс. И добро пожаловать в Пропхан в CSGO. Всем здорово, дорогие друзья. В общем, у нас сегодня будут прятки, ребята. Мы будем прятаться за предметом. И кто-то один будет нас искать. И 100% у него не получится этого сделать. Все, ребят, всем же обряда просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем, погнали. Ребят, наверняка вы слышали про mycsgo.net. Здесь вы сможете открыть абсолютно любой кейс на свой вкус и цвет. Но это еще не все. Присутствует режим сражений, можно делать контракты, апгрейды и карточки, и не только. Также каждые 24 часа вы можете крутить колесо бонусов совершенно бесплатно. А вот по этому промокоду вы сможете прокрутить колесо еще один раз. По промокоду кофе вы можете получить приятный бонус при пополнении баланса. mycsgo.net, ссылочка и промокод в описании. Так, парни, они выйдут через 30 секунд, нам срочно нужно придумать план действия на этот раунд. Погнали со мной, погнали. Да не в эту сторону, погнали. Да со мной, пошли. О, погнали за мной. Не, нормально, отвечаю. Во, я за тебя, толь, вот, прыгаю. Все, идем за мной, все за мной, я прыгаю. О, боже! Пошли. Да сюда, пошли быстрее. За мной. Нормально. Смотри, Сань, я стою вот здесь вот. А нужно знать карту наизусть. Нет, Сань, там палевно, Да ладно? Нет, там отвечай, реально палевно, Сань, не стой там. Сань, другую сторону, Саня! Ты не понимаешь, меня чисто Саня спалит, сейчас отвечаю. Все понятно, сейчас все, Олег меня спалит. Если бы среди ищущих игроков был опытный игрок, меня бы сразу спалили. Ну вот посмотрим. Сейчас там нубики играют, Толь, сейчас там нубики за команду заиграют, так что вряд ли. Какие нубики? А что такое? Так вы найдете, вы еще никого не нашли даже, понимаете, да? А мы хоть кого-нибудь видели? Давайте дам подсказку. Б-план. Подсказка Б-план. Нет, ну нас двое на Б-планте, так что вам выгоднее всего идти на Б-план. Че ты там, Андрей, с кем ты там разговариваешь, а? Ты знаешь, что на этой карте есть курочка? Можно ли в курочку прыгать? Нет, нельзя. Нет, я пробовал, Андрей. Олег, главное, не уезжай никуда, Олег, все нормально. Хорошо, Саня, ты тоже никуда. Хорошо, я никуда не уеду. Хорошо, Саня, молодец. Не заводи двигатель, Олег. Так, где вы? Так, Да, Кирюша, да. Саня, только попробуй еще раз, Саня. Ну что, ты видишь это? Это кто там? Тихо. Я убежал. Где? Ну мы на Б-пленте. Олег, сзади хуярит. Да ты не видишь, что ли, Андрей? Где он? Андрей, ты совсем слепой? Олег, это главный. Андрей, ты такой слепой. А где эти сучи? Я видел, бочка шла. Бочка шла. Какая живая. Андрей, что происходит? Ты бежал этот. Пошел ты на. С тобой ехал. Самокат. Вообще-то не самокат, а мопед, ну да ладно. Просто скажу, что это был мопед, это был не самокат, ребята, так что вы можете даже не искать меня, понимаете? Я не знаю, я видел бочку, сука. Саня, беги! Саня! ХП отнимается, когда я по тебе стреляю. Ну потому что если ты промахиваешься, у тебя, ну типа, тратишь ХП. Да, Кирилл, тебя специально отдачу забрали. А что, я попал? Как меня не нашли? Вы что прикалываетесь? Как вы меня не нашли? А он, я могу сказать вам, кто он, хотите? Это не надо, не надо! Вот горячо-горячо, налево беги, дальше Библу беги. А, во, все, убегает. Это очень маленький, нет ножа. Куда нет ножа, блин? Поставь гандон этот. А как мы попадем по нему? Да блин! Ну нет! Да как вы такие слепые, капец, я за вами бегал. Давай. Так, ладно, прошлый раунд был разминочным, парни. Сейчас выходят на охоту настоящие мужчины, а? Так, смотри, мне кажется, где-то вот кто-то здесь. Нужно еще проверить тебя. По-любому кто-то здесь сидит, 100%. Кто-то. Я придумал, где я прятаться буду, если что. Опа, это что было? Но тут на самом деле много читерных мест прям есть. Так, да. Нет, так этот мопед был. Здесь все это было. Не было этого мопеда. Был. Только один мопед. Было, все на там было. Ответьте в комментариях, сколько на этой карте мопедов? Где-то 2 или 3, где-то так.
Два точно. Так, эта метла здесь стояла. Нет, там один, стреляй по всем мопедам. Эта Олег, метла тоже есть, этот есть. Здесь все нормально. Но туда вряд ли кто-то бы забрался. Олег, к колодцу приходи. В колодцу? Ну давай, я у колодца. Воды напиться, да? Олег, в смысле? Из колодца козленочком станешь. Олег, я тебя вижу прямо, ты стоишь. Прямо видишь меня, да? Да, я тоже вижу. Правда издалека, Олег, но я тебя хорошо вижу. Я вижу. Так, стоять! Где-то они здесь, что ли? А что тебе кружка с цветком сделала, блядь? Да потому что кружки не было в цветках, блядь! Да ты пиздишь, блядь! Ой, попал! Это вид цветов был. Олег. А-а-а. Да пизда в гачке, блядь. А в этом гачке разве была чашка? Подожди, просто взялся, я пришел намеренно, блядь. А че кружка эта не умирает-то? Потому что это не я. Сколько? Ну, кто кинь гранатку сюда? Не кидай, придурок. Не кидай. Не кидай. Да, Кирюш тоже где-то здесь, смотри. У меня, правда, 15 хп осталось. Кирюша. Где там тебя нету? 100% ты там есть. Да нету, я тебе говорю, что нету. 100%. 100%. Даже я не знаю, где он, Олег. Где-то здесь, что ли? Ну там дальше, по-моему. Но я вас сейчас не вижу. Он сейчас нас не видит. Подожди, ты хочешь сказать, что он где-то здесь? Топорыло, Олег. Ну, библиотеки. Олег, ты что, глупый? Слушай, а ты вот вообще хорошо эту карту знаешь, Олег? Ну да, наверное, плюс-минус. Да? Толя, закрой свой рот. Олег, Толя, покинь это лобби вообще. Олег, ну тебе сказал. А, он прям здесь, что ли, стоит? Где? Или где? Ты в меня стрельнул, зачем ты в меня стрельнул? Сейчас умрешь, если еще раз. Ну так не, я сейчас заспавнюсь, погоди. Беги, беги, у тебя есть шанс, беги. А чё ты стал прикрывал его, слышь? А чё ты прикрывал его там? Олег, какого шара, блядь. Понимаю. Спасибо, да, спасибо. Он вроде на планете, нет? Слушай, я не знаю, я вот еще. Я тоже не уверен. Чего ты взял, Олег, что я его видел вообще? Я думал, ты за ним бежишь. Нет. Ты прикалываешься или что? 40 секунд осталось. Блин, хрен его знает, где он, конечно. Пойди на банане. Дурак, Олег, тебя разводят. Да я понимаю, что меня разводят. Куда? Куда? Да... Да сколько ХП? Я 100 раз попал по тебе! Сколько раз по тебе попасть надо? Толя, убей его! 8 секунд! Толя, убей! Я не могу его убить, он бессмертный, Олег! Где он? Кутымба! Ну ты прикалываешься, а? Я не могу его убить! Ну как-то! Да, вот так, во. Во, да. Идеально. Олег, говори, ты где? Во, пацаны. На этот... Пиздец. Ну не, нормальная же тема, не, нормально. Кстати, подсказка, у меня есть подсказка. Говори. Во! Подожди. Да не, по кайфу же, нормально, не? По кайфу. По-моему, вообще идеально. По-моему, вообще беспалевно. Серьёзно. Только истинные фанаты поймут эту отсылку. Только истинные... Не-не-не, только истинные фанаты Инферно поймут, что здесь не так, да. Не, ну это... Не, ну это же бред, это же по-любому палец, нет? Ну, типа, мне кажется, нас тут вообще легко найти, разве нет? Ну, просто, если ты заходишь в этот поворот, то сразу, по-моему, все очевидно, разве нет? Да, просто, кажется, просто вот, по-моему, знаешь, все понятно, да. Просто реально. Я, кажется, знаю, где эти петухи, сейчас надо их найдем. Ну-ка, и где? Может, они в помещении? Нет. Понимаю. Только я же найду, блядь. Олег, а ты подглядываешь, да, через эту штучку? Я жопу себе порву, блядь, но я их найду, блядь.
Андрей. Подожди, парни, чек не течет, чек не течет. Смотри. Да-да-да, я знаю, да-да-да-да-да-да. Я вздохнул сразу. Не, нормально все, ребята, нормально. Это психология, понимаешь? Да-да-да-да-да-да. Просто психологически вас увидели. Если мы сейчас перепрячемся, например, куда-нибудь вот туда вот метку поставил. Или нет? Вижу. Вот тут нет, стоп. Там будет... Не-не, там будет палевно. Давай вот туда вот, смотри, вот там, где вот... Подожди, вы где? Дайте подсказку хоть какую-нибудь. Три? Давай, раз, два, три. Раз, три. Чё, еблан, что ли? Я слышу, они где-то здесь. А, хорошо. Где они? Где они? Ты чё, не видел, что ли, что он там? Это ещё один петух бегает. Я слышу петуха, блядь. А, нет, петуха, блядь. Какой же ты тупой. Я петуха этого слышу где-то здесь. Да нету нигде этого петуха, ты слышишь, Андрей? Я вот что убежал с плента, а? Сука, падла вонючая, если я найду. Может, да ищи, ищи. Его ничего не смущает. Блин, ты, понимаешь? Сука. А, блин, Толя, я думал, ты убежал оттуда. Да, Олег нихуя не убежал. Нету, ладно. Сидит, ну ищи, ищи, Андрей, а, ищи. А, сколько... убежал? Ищи сколько хочешь, ищи сколько хочешь. Я убежал, я на пленте Б, я даю подсказку вам. Плент Б, ищите на пленту Б. Это что ли, вон? На пленте Б, блять, он пиздоболище. Бегай, бегай, бегай под ним. Да блин! Вы столько раз должны были нас найти, столько раз вообще! Откуда молотов, реально, слышишь? Это твое секретное оружие. Давай прям, знаешь, как сделаем? Во, вот так, смотри. Давай вот так вот, да. Так, блядь, они мопеды, 100%. Нет! Да нахуй. Нет, Сань, ты чё? Подожди, Толя, а ты где? Толя, ты, а где я Толя? Я вот чуть-чуть ближе. Кирилл! А. Да. Блядь. Петух. Палево, палево, пацаны, палево. Палево, палево, да. Какое палево, вы где? О, палево, это, палево. Жарко, 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 да-да-да-да-да. Так, тихо-тихо. На Рацабону начали, жара, жара, да жара, жара. Да ты чё, ёб, холодно стало. Ка, они где-то, они на банане где-то. Кирилл, Олег, как? Ты видел вообще? Да. На банане они? Ну да, они пиздели. Или они тут? Вы меня видели, что Толь, ты чё? Толь, ты чё? Они тебя не найдут, они вообще ебланы. Ебать ты нахуй. Только я же найду его, выебу, блядь. Давай. Ищи, Андрей, ищи, давай. А ты тиролик, сэйхэйтин. Толя! Толя! Ну нет! Вот он тебе надо было стоять и стоять, понимаешь? И не двигаться с места, понимаешь? Вот если ты подвинулся, все, понимаешь, все пошел коту под хвост, понимаешь? Короче, согласен. Тут буквально вот одно движение. Да, они чекают тоже сидят, сука, блядь. Так ищите, ищите, ищите. А тут интересно, подсказки это давать можно, не можно? Ну, типа звуковые какие-то. У меня ник где-то высветился. Подожди, как? Может, типа, саунд какой-нибудь, нет? Мне кажется, можно. Ну, типа, саунд как-нибудь прописать, нет? Сейчас, подожди, я попробую прописать. Сдохни! Ну-ка, саунд, смотри, прописываю, не работает. Ну-ка, странно. О, блядь, Олег, да блин! Да как убили ты меня? Я думал, вы уже перестанете стрелять по мне! Я специально на это никак ничего не обращал внимания сейчас. Подожди. Кирюша, живи. Возьми. Так, а чё, я и так живу? Сдохни, блядь! Откуда у Андрея калаш, а? Андрей, 100 хп, калаш мой! Да, вообще забей, Андрей, что за фигня? Закупаться можно, вы что, не знали? Да, конечно, ага. Парни, сейчас со мной, сейчас со мной. Сейчас будет просто супер гениальный план, сейчас вот это берем. Давай. Вот это и поехали. Нормально. Поехали. Дебилы, мы скутер взяли. Так, давай, знаешь, куда? А ты не думаешь, что это злостный план, чтобы обмануть вас? Вот давай вову сюда. Не, давай, смотри, стой, надо как-то, надо хорошую найти. Я придумал, за мной, Олег! Давай. Ну так-то нормально, в принципе. Давай делаем ставки. Через сколько нас найдут здесь? Просто делаем ставки сейчас. Парни, ну вы должны нас найти, понимаете? Да вы обязаны. Мы поняли, мотороллеры, да. Да вы нет. Не поймете никогда, что это лишнее вот здесь вот на фоне, понимаете? Это никогда не прям на фоне.
идеально интегрировались. Вот не, реально, если им подсказки не давать, они найдут нас или нет? Конечно. Конечно, вас дебилов не найти. Ну давай проверим. Мы на самом видном месте. То они будут заметны, типа, пиздец. Ну, слушай, видя то, что видим мы... Да, это вообще, Андрей, забей. Я вам говорю, вы нас должны найти за секунду, за секунду должны найти нас. Это какой-то пиздеж и байк. Да нет, я вам серьезно говорю. За секунду. Пробежали мимо. Нет, бегут рядом. Ну как это здесь? Они вот рядом прям, да, я слышу, как они бегут. Second meet. Блядь, какие вы классные, сука. Бежим! А чё вы вздыхаете? Я, по-моему, насадил, пиздец. Они, короче, там в дырке на меду. Парни, эвакуация, срочно! Они все три мопеда. Один есть, блядь, мопед ебучий, сука. Кирюша, ты где? Кирюша, вытяни на Кирюша. Ебать, а давно мопеды умеют летать? Кирюша, давно мопед умеет летать? Это хай-файв, или как он там называется? Ах ты мразь. Он цитировал, так, где это, блядь? Ты мне нет. Ну я пролетел. Это на крыше, блядь, там где-нибудь. Мне вот так надо сделать. Куда он, сука, делся, блядь? Ах ты, сука, бы ты, блядь. Я подглядываю глазком, блядь. Ку-ку. Ну ладно, парни, ну найдите нормальный вы меня. Хватит на ноуклип летать, реально. Так а ты где? Охуел, блядь. Ты на ноуклипе сейчас летал, нахуй. Сейчас я летаю, потому что этот уебище летает. Так я тоже летаю теперь. И я теперь летаю. И я летаю. Все летают. Все летают. Ебать, нахуй, британский мопед, блядь, двухэтажный. А ты дойди какой, нижний или верхний? Блядь, подожди, надо подумать. Но мне кажется, нижний. Да нет, он не вписывается. И Андрей по нижнему шмаляет. И Андрей реально по нижнему шмаляет. Ну блин. Ты с тобой умер. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик сегодня у нас получился. Я надеюсь, вам понравилось. Вы все поставили лайк, подписались на все наши каналы. Все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи. И всем пока-пока. Счастливо.